Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале «Свет миру». Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также, если вам понравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем обильных Божьих благословений. Number one, and I'd like you all to join me, please, to pray for the persecuted believers around the world. That God Almighty will intervene and protect His people. Say amen. Amen. The other thing I'm praying for quite hard right now is what's happening inside Israel. An amazing move of God is happening within Israel. And, of course, I did pray that the Lord would give somebody, would give the world a miracle for this virus, you know, that's killing people. Well, guess what? The Israelis already have one. Isn't that great? Yesterday, in the Post, Jerusalem Post, Israeli scientists said in a few weeks we will have coronavirus vaccine. It says once the vaccine is developed, it will take 90 days to complete the process. And then it says, congratulations to Migal. Migal, by the way, means the Galilee Research Institute. Now think about that, the cure came from Galilee. Isn't that awesome? The place of miracles. Вот сайт и статья, на которую ссылался Бенихин. Сайт называется jpost.com. Статья: «Израильские ученые говорят, через несколько недель у нас будет вакцина против коронавируса». По словам министра науки и технологий Офира Акуниса, израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против нового коронавируса. Если все пойдет по плану, вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна через 90 дней, в зависимости от выпуска. Поздравляем Мигал, исследовательский институт Галилеи, с этим захватывающим прорывом, сказал Акунис. Я уверен, что будет достигнут дальнейший быстрый прогресс, который позволит нам обеспечить необходимый ответ на серьезную глобальную угрозу COVID-19, сказал Акунис, имея в виду заболевание, вызванное новым коронавирусом. Также сотрудник Мигал, доктор Чен Кац, руководитель группы биотехнологий, сказал: «Мы можем создать эффективную вакцину для человека за очень короткий период времени. Все, что нам нужно сделать, это настроить систему на новую последовательность», — сказал он. «Мы находимся в середине этого процесса. И надеюсь, через несколько недель у нас будет вакцина». Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Также, если вам понравится видео, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Желаю всем обильных Божьих благословений.